Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это первое видео из рубрики «Чевой». Эта рубрика была создана для отображения информации о системах, о функционале на сервере Rally Game. Многие новенькие игроки сталкиваются с проблемой незнания определенных систем. И мы обратили внимание, что это вызывает определенные затруднения. Поэтому эта рубрика направлена на то, чтобы помочь игрокам разобраться и комфортно играть. Как и любая другая игра на другом сервере, начинается с регистрации. После ввода логина и пароля вам нужно пройти регистрацию. В данном видео мы регистрацию и рассмотрим. После ввода пароля нужно выбрать пол персонажа. Для этого нужно использовать стрелки влево или вправо на клавиатуре и для подтверждения, соответственно, нажать пробел. Выбираем мужчину. Далее нужно указать год рождения персонажа. Ваш конкретно, а конкретно вашего персонажа. Стоит учитывать, что на сервере сейчас 2012 год. Соответственно, минимальная дата рождения это 1994. Возьмем 1994 год. Далее указываем месяц рождения, пускай это будет сентябрь. Далее выбираем день, 25 число. После выбора пола и даты рождения нужно выбрать гражданство. Гражданство выбирается также с помощью клавиш влево и вправо и подтверждается опять же клавиша пробел. Есть Российская Федерация, Украина, Беларусь и так далее, и так далее, и так далее. Остановимся на Российской Федерации, нажимаем пробел. Далее нужно выбрать дополнительный язык. По умолчанию у всех персонажей язык выставлен на русский. Дополнительный язык, который выбирается при регистрации, дает возможность разговаривать на дополнительном языке на сервере, и люди, которые не обучены этому языку, вас не поймут. Это очень удобно для отыгрывания определенных РП-ситуаций, тех же самых этнических группировок. И тому подобное. В данном случае выберем, оставим только русский. Следующим этапом это будет выбор основного навыка. В данный момент их три. Это физическая форма, стрельба, реакция. Более подробнее о каждом навыке вы сможете прочитать при выборе этого навыка перед подтверждением. Ну а если в общих чертах, то физическая форма повышает наносимый урон в ближнем бою, стрельба, соответственно, повышает наносимый урон при использовании огнестрельного оружия, и реакция является универсальным защитным навыком, который снижает урон от физической формы и стрельбы. В течение игры на сервере вы сможете развивать эти навыки в физическую форму. Это с помощью гантелей, которые можно купить в магазине спорттоваров. Стрельбу это в тире, и реакция это соответственно в спортзале, на беговой дорожке или на велосипеде. Выбираем физическую форму. Видим информацию, пропускаем ее. Далее нужно выбрать роль персонажа, прописку. Это выбирается в том случае, если у вас есть какие-то определенные пожелания по роли вашего персонажа, то есть приезжий он в область или местный. Со стороны скрипта это разница только в том, что без прописки приезжий у вас паспорта нет. Его нужно будет получать после начала игры в мэрии. И, соответственно, с пропиской это у вас уже паспорт есть. Более подробнее вы, опять же, можете прочитать, выбрав пункт, что значит выбрать прописку. Ну, а мы выберем без прописки приезжий, продолжим регистрацию. На счет в банке было зачислено 250 рублей. Это при любом выборе или местный, или приезжий. У вас 250 рублей будет на счету в банке. Снять их можно или в самом банке, или использовать любой из банкоматов, который находится в многих точках города. А далее нужно выбрать город или южный, или Арзамас. Выбирается это опять же с помощью стрелок на клавиатуре. Для подтверждения выбора нажимаем клавишу пробел. Большинство игроков выбирают город южный, поэтому мы остановимся на этом же городе. И последняя, заключительная часть регистрации, это вы можете выбрать еще один дополнительный язык или же пройти обучение и закончить регистрацию. Стоит заметить, что во время игры, игрового процесса, получить дополнительный иностранный язык уже невозможно.
только если не использовать платные функции через команду Donate. Возможно, в будущем будет добавлена такая возможность, но пока в этом нет необходимости, и дополнительный язык выбирается только при регистрации. Мы выбираем статьи обучения и заканчиваем регистрацию. Далее идет интерактивное обучение по серверу, где какие места находятся, что там можно сделать, общая краткая информация. Мы с вами не будем это просматривать, мы этот момент пропустим. Хочу сказать, что если у вас появились какие-то дополнительные вопросы, или вы хотите видеть какую-то конкретную информацию по какой-либо системе, фракции, работе и так далее, пожалуйста, оставляйте комментарии под видео, мы будем снимать по вашим просьбам и освещать конкретные аспекты, которые вам непонятны, которые вы будете просить, чтобы мы показали. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всего хорошего, до новых встреч!